Дом моды Тома производит коллекционную обувь необыкновенной красоты, сочетая самые современные тенденции с ремесленными традициями прошлого. Четкость и изящность линий, идеальные сочетания цветов, доскональная работа над деталями являются основными характеристиками бренда. Тома, основанная в 2008 году, находится в самом сердце Милана, в зоне Брера, а изготовление продукции полностью made in Italy. Происходит в области Парабьяго, где по сей день сохранились традиции ручного производства. В изделиях Тома используется кожа крокодила, ящерицы, питона, а также шелк и кристаллы Сваровски. Но ценность этих изделий определяется не только стоимостью материалов, но и тем, что в эти предметы заложен кропотливый труд и многолетний опыт каждой отрасли. Вся кожа обрабатывается и окрашивается исключительно вручную, а для создания одной пары обуви с помощью ножа, гвоздей, иголки и нитки требуется более 200 операций. Мы используем самое качественное сырье, которым располагает сегодня кожевный рынок, и работаем с ремесленниками, которые соблюдают традиции и красят обувь на водной основе. И в этом случае обувь красится уже непосредственно на форме этой модели. 200 операций требуется совершить для ее полного изготовления и почти одна неделя времени. Этот ботинок тоже красится на своей форме. Требуется серия покрасочных слоев. В этом случае, например, носок более темный. Или вот здесь перемешано несколько цветов, чтобы достичь эффекта деревянной коры. Каждая модель обуви для меня – целый мир. Она должна рассказать нам что-то. В этом случае представлен стиль жизни хозяина, его любовь к лесу, природе и в данном случае настроение осени. В этом стиле мы сделали и ремень с такими же переходящими из одного в другого цветами. Что касается экзотики, мы используем ящерицу, крокодил, страус и другие ценные материалы. А вот эта обувь создана для артиста, путешественника, потому что имеет очень комфортную форму для длительных пешеходных прогулок. Геометрия подошвы как бы следует ходьбе. Мы также часто используем кожу кенгуру или верблюда, которая отличается особой выносливостью. Кроме того, такая обувь может быть как спортивная, так и соответствовать довольно строгому, элегантному костюму. Любую модель, которую я создаю, я сначала рисую на форме и только потом перехожу на отдельные компоненты, потому что только в этом случае мы понимаем настоящий объем и все эстетические характеристики финального изделия. Среди экзотических материалов мы используем крокодила, ящерицу, питона, страуса. Чтобы сделать пару обуви, почти всегда надо использовать две разных шкурки с похожим друг на друга рисунком. Их подбор также требует определенных навыков и считается одной из самых сложных производственных операций. К сожалению, одного куска хватает только на один экземпляр. И учитывая, что рисунок не выдавливается искусственно, как в промышленной обуви, надо действительно обладать даром и терпением правильно подобрать материал уже на уровне закупки. У многих животных рисунок кожи обладает особо индивидуальными характеристиками, поэтому следовать ему в форме конечной модели тоже большое искусство «Made in Italy». Елена Кристина Тома родилась в Пятра-Нямц в Румынии. В 1998 году она начинает обучение в Миланском институте Бурго, где постигает азы дизайна современной моды. В течение 6 лет работает в тесном контакте с Мариуччи Манделли, Крицце Мезон. В 2008 году создает свой собственный бренд обуви и аксессуаров.
С самого начала работы Елены ее коллекции выделяются эксклюзивным дизайном и высочайшим качеством. В своих моделях она, как правило, подчеркивает художественную форму обуви с мягкими линиями и искусной игрой цвета. Источником постоянного вдохновения являются традиции и заповедные пространства родной земли, а также культурное влияние мира искусства и архитектуры. Стиль бренда – это изысканность и вожделение. Его клиентами являются многочисленные представители итальянской элиты. В последующие годы Тома выходит также на международный рынок и с интересом смотрит на развитие бизнеса в странах бывшего СНГ. Коллекция для женщин этого сезона вдохновлена камнями, либо грубо необработанными, как в пещере, либо утонченно изысканными, как в Сваровске. Я очень люблю природу и часто рисую листья и цветы, которые присутствуют во многих моих тканях и кружевах. А здесь утонченная игра цветочного узора переходит в один большой шелковый цветок. А вот, например, задняя часть может вывернуться наизнанку и поменять форму. А это похожая структура, которая напоминает некое полностью закрытое пальто. Вот оригинальный комплект из крокодила с контрастной лентой и пошет в таком же стиле. Причем он может быть как повседневным, так и вечерним. Такие изделия практически невозможно изготовить промышленным способом. Три узких материала, соединенных между собой, тончайший ремешок, соблюдение всех дизайнерских линий – именно это и есть настоящий лакшери, эксклюзивный и редкий продукт. Для меня любая модель – это всегда история. Это рисунок морской волны, а это внезапная пещера, в которую попадаешь в прибрежном ущелье и находишь там драгоценные камни. Вот тоже интересная модель с оригинальным дизайнерским решением и вот таким вот задним крылышком, который тоже напоминает нам полет. Кожа питона, здесь раскрашенная вручную по мозаичному принципу, три цвета – бордовый, коричневый и золотистый. И потом бордовый цвет во всем остальном. И еще мы делаем всегда золотую подошву. Женщины ее обожают. А вот путешествие в Венецию. Это ее стиль, ее цвета, ее полутона и настроение. Выпуская такое количество персонализированных изделий, у нас много VIP-клиентов, как из Италии, так и со всего мира. Каждый год мы делаем обувь для актеров, выходящих на красную дорожку кинофестиваля в Венеции. В Италии мы представлены в мультибрендовых бутиках, работающими с клиентами, которые ценят высокий дизайн и эксклюзивную ручную работу. Мы открыты для сотрудничества также с новыми рынками и готовы предоставить им изделия самого высокого класса. Смотрите также на Сапог ТВ. Лучшие города этой страны в разделе «Путешествия». Мода, дизайн, красота и здоровье в разделе «Образ жизни». Шоппинг, средства передвижения, разнообразные полезные советы и многое другое. Самые интересные мероприятия Италии в разделе «События и люди». Thank you.